Привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Военные Сирии покинули свои позиции в Идлибе после атаки боевиков. Сирийские правительственные войска были вынуждены оставить свои позиции в юго-восточной части зоны Идлибской деэскалации в связи с нападением боевиков. Данную информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Источник уточняет, что 22 января позиции сирийских правительственных войск были несколько раз атакованы членами запрещенной в России террористической группировки «Исламская партия Туркестана». Нападение осуществлялось боевиками в количестве около 200 человек при поддержке 20 пикапов, одного танка, а также двух БМП. По имеющейся информации, атаке предшествовала масштабная огневая подготовка с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов кустарного производства. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.